Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Садовская Александра, город Витебск. Что будете петь? Кристина Агилера, Hurt. Пожалуйста. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh, I would hold. Хороший, глубокий, красивый голос. И, в принципе, есть какая-то манера, и вроде бы все хорошо. Но вы, наверное, себя не очень хорошо слышали, да, все время? Потому что вы все время на грани... Под нотками. Мимо тональности все время. Где-то найдете ее, потом снова потеряли, нашли, снова потеряли. Но это так было задумано. Ну, это понятно, да. Это кем это было задумано так? Александра. Александр вынашивал этот план уже очень давно, я вам скажу. И вот, наконец-то, она смогла притворить его в жизнь. Помимо пения, как девушка, в принципе, смотрится ее образ на сцене, как считаете, Геннадий? Есть ли нее место в вашей команде мечты? Мне всегда нравится, когда, независимо от высоты нот, вокалист, когда поет, он улыбается. То есть, когда страдания на лице чрезмерные, мне как бы это мало симпатично. Я страдала, да? Но высокие ноты. И когда вы не дотягивали, вы невольно бросали на нас взгляд, на жюри. Заметили ли мы? Мне кажется, я ваших лиц вообще не помню. Мне кажется, что самое время показать, как вам, всем остальным, как вы по-настоящему страдаете, чтобы мы могли сравнить и понять, что девушка очень веселая. Да. Саша. Я хочу вам сказать следующее. У вас Инна сказала вам замечательные слова. У вас действительно очень хороший, низкий, глубокий голос. Но вы очень растерялись, и это было видно. Поэтому он говорит, что ему казалось, что вы смотрите на нас и что-то пытаетесь нам. Ничего вы не видели, я это понял уже сразу. Поэтому я желаю, чтобы вы были смелее и... Вообще все у вас хорошо. Все хорошо. И сейчас вот вы смотрите на нас, улыбаетесь. Ну, красавица же, красавица. Спасибо. Спасибо, удачи. Спасибо огромное, Александра. Спасибо.